Думаешь, возьмут? Сейчас посмотрим номер, где Женек с Ириной поселились. Это их территория. Да это не только территорию, я вам покажу Женька самого. Всем привет. Не просто всем привет, а всем мы очень рады. Это да. Убираются у вас тут активно. Нашли время убирать, когда мы снимать идем. Ну что сделаешь? Время съемки на уборку. Смотрите, точно убираю его? Практически убрались. Хай! Все уже. Убрались. А у вас так цветочки даже? Ну что, бабло-то мы платим. И всегда так, да? Жить? Да, мы там по... Это... По 2000. А, они прям живые цветы. Ничего себе. Интересно. Еще вот здесь. Балкончик, да? Хороший номер у вас большой. Балкон, да, ваш? Ага. Короче, прям на басы. Ага. Стульчики интересные такие. Че, хороший вид, господа. Господа присяжные. Да, вид хороший. Жень, сейчас это ванну с душевой посмотрю. А у вас сколько это стоит? Вы хоть заплатили-то в сутки? Мы за номер платили. Что? За номер мы платили где-то 5500 в сутки. 5500? Сутки, да. Рублей, да? Да. Ну, есть сейф, кондиционер. Ага. Ясно. Так что вот холодильник работает. Вот здесь все есть, короче. И кондиционер, и холодильник. Потому что, чтобы дешевле. Ну да. И уборка каждый день. Уборка. Так, ну что, ребят. Вот денежки у нас отработали. 38 тысяч стало. До 40 догоним с вами. И будем снимать потихонечку. А пока вот на 7 дней поставим, введите сумму написано, которая будет работать. 38 тысяч поставим. Создать депозит. Все, депозит успешно создан. Отлично. Вот, 17 января, посмотрите, поставили 38 тысяч. Начали они работать 0 дней из 7, только приступили к работе. А вот эта сумма уже свое отработала. Видите, 38 тысяч принесла, 200 рублей. Так что, если Авалон портал кому интересен, ссылочку оставлю в описании под этим видео. Okay, my friend, very hard. Okay. Bye. Через месяц, говорит, лодочка будет в рабочем состоянии и пойдет уже по морям.
А пока трудится народ. Интересное местечко. Из жилища выхожу, сразу на пляж попадаю. Никакой суеты. О, глубина. Кто так выдалбливал лодки эти? Из какого дерева еще, блин? Из цельного. Лодки точно такой же конструкции, как на Мадагаскаре. Но неудивительно, Африка. Все тут рядом расположено. What you do, my friend? I want to put some medicine for water. So? I don't know what this. This is measuring. Okay, let them see this. One, two, three, four, five. As this. Ah, yellow. Color yellow. Yellow one. This is color white. And this one is fennel red. Ah, red. Why, my friend? I don't know. Don't worry. Don't worry, my friend. What is it? Color red, color yellow. Okay, today I want to put chlorine medicine for water. Okay? Ah. Water is very, very dirty. See this one? This is a different one. Okay? Ah, different. Different one. So today I put chlorine and some medicine. So today no swimming for all night. Ah, tomorrow all night morning. It's okay. For today, I put chlorine. It's not good to swimming. Pool. Okay. Not swimming pool. And no swimming on the pool. Tomorrow, okay. Tomorrow morning at 8 o'clock, it's okay. Okay, my friends. Okay, thank you, my thank friend. You, very good. Все объяснил. Я, конечно, толком не понял, но бассейн до завтрашнего дня не будет работать. Жень. Завтра у вас бассейн работать не будет. А-а-а. Что-то будут чистить они здесь, это, скорее всего, обрабатывать воду. Он какие-то растворы там готовил для этого. Такое местечко сегодня забрели, посидеть немножко. Хорошая погода, не жарко, градусов 26-27.
ребят, Ирина с Женькой угостили меня ромом с колой. И первый раз мне по голове нашатнуло за все дни, сколько я нахожусь в Африке. И я кричу: Жень, я вам теперь не друг, потому что вы трезвые. И как я такой мог сказать? Женька сутками не просыхает, всегда с пузырем в руках. Да. А я-то подумал, я один сегодня на бухой волне нахожусь, а мы-то все вместе. Ну что, ладно, у нас сейчас предстоит ужин, нас ждут девушки, мы их опять сегодня угостим. Ну а как дальше пойдет, все камера завпечатлит. My friend, where you go? На пляже. Окей, окей. Да, домой сейчас. Я кончил работу. О, you speak Russian very good. Турки. А, where you work? На пляже, в моем офисе продадим экскурсии. А, на пляже продаешь экскурсии? Да, да, у меня офис. Молодец, корифан. Блин, вот чувак работает. Paradise Booking Office, мой офис. Сегодня ты продал экскурсии? Да, да, продал на Тюрьма остров. И Заущий остров. Мы уже были там сегодня. Ты со мной поделись, денег ты сегодня заработал? Да. Молодец, можно. Парень. Да. Блин, я за тебя очень рад. Красавец. Спасибо. Вот так вот местный народ здесь бабло стрижет. Вот такую рыбку бы поймать. Ребят, поеду с Женьком на рыбалку и надеемся вот такую рыбку поймать, не меньше, не больше. Я думаю, поймаю. Да, вот это очень большая надежда. Рыбалка не дешевая, но нам обещают, что на троллинг мы именно такую рыбу там впорим. Вот так народ тут спокойно сидит, проводит время на отдыхе. Видите как? И правильно делают, они этого заслужили. Срубили где-то бабла, могут себе позволить, молодцы. Я только за, что люди вот так вот отдыхают. Hi, my friend. Okay, very good. Where lobster? Lobster. Okay. Lobster, only lobster. Now, no cooking, no already. Okay. You cooking now? Yeah, yeah, I'm cooking now, no. Ah, okay. Okay. Так, ну что тут у нас? My friend, cooking one banana. Ah, okay. Okay. Banana. Same yesterday. Okay. Okay. Так, ну что тут шашлычки готовятся? My friend, I make video. Okay. Так, девушек наших нету, но мы-то как джентльмены пришли первые, будем их ждать. Нам пообещали лобстера сейчас пожарить. Пожарит банан, как вчера сделают остренький. Мы еще хотим осьминога пожарить. Короче, сегодня у нас будут морепродукты. You Elon? Elon? She's scared to come. А, come? I forgot to come. А, окей. Ну, пришла моя девушка Вики в новом парике. И сказала, сейчас подтянется ее подруга. И мы все вместе собираемся вцепиться в морепродукты. Good. Thank you. You want? No? You not drink? Maybe beer. Beer? Okay. Сегодня Вики по-другому приоделась, приобулась. Ну вот. Ну а что, народ, вот как вы думаете, это что у нас с ней, любовь?
или просто симпатия? Женек, вот ты как думаешь, что у нас за отношения завязались? На твоих глазах же все произошло. Прям любовь, наверное, торкнула тебя. Неземная, да? Неземная, да. Тем более в таком парике она сегодня. А чего это, ребят, я за эти дни первый раз себя вот таким это джентльменом реальным почувствовал. Сколько тут порожняков-то было, вы же все видели сами по видео. Я ж ничего от вас не скрываю. А сейчас я просто в восторге нахожусь. Чего и вам всем желаю. Но мы ждем морепродуктов. I'm hungry now. You sim-sim? Sim-sim. Ну, сейчас ужинать будем, вам сейчас все снимем. Ребят, попросил девушку сходить, спросить, через сколько лобстеры будут готовы и все остальное. Спросил, но я обратил внимание, что на ней трусики, которые были вчера, когда мы с ней вместе ночевали. И у меня возникло желание купить ей какие-нибудь еще, может быть, она в Адикс постоянно ходит. Как вот эта девушка, помните, в Таиланде, которая волосы у меня из головы выдирала, повел ее на рынок, охапку трусов какой она набрала. Что у меня на тот момент бабла, если хватило. Помнишь, Жень, набрала трусов-то в ролике? Помню. И ролик, кстати, есть на YouTube-канале, я не помню, как он называется. Или не смог пройти мимо этой девушки, или... А, опасно ночевать с незнакомкой, какой-то из этих роликов. Посмотрим, поведу эту покупать трусики, сколько она их наберет. Надеюсь, не будет так наглеть, как эта девушка с Таиланда. Thank you, my friend. Ну что, вот что сегодня нам принесли. Вот такого плана будет ужин. Вовремя подоспели девушки к ужину. You like? Yeah, I like. Будем все это кушать. Короче, поднесли. Вот такой ужин нас сегодня ожидает всех, нашу дружную компашку. Будем приступать. У девушек прически сегодня новые. И правильно они подсуетились к такому ужину аппетитному. Девчонки тоже фоток понаделали, смотрю, это для них праздник такой ужин. Ну надо же кусочек чего-то отпробовать здесь. Бананчики пожарили. Это у нас, похоже, кальмарчик. Боюго. I'm asking for the dish. А, окей. Между прочим, очень вкусно. Это то, что осталось после сегодняшнего ужина. Посмотрите, кусок мяса из лобстера, которого унесли. Один из трех оказался дерьмовый, испорченный. Мы его подозвали, говорим, посмотрите, что вы нам приготовили. Он попробовал, унес его обратно. Вонючий, ужасный. Но они, может быть, это и не ожидали, они же его в панцире прям готовят. Что уже все, он был готов, испорчен полностью. А остальное все очень даже вкусно было. Все остались довольны ужином. Отлично посидели. Будем двигаться дальше. Ресторане три порции. Да, так же. Ну, у нас еще тут осьминоги были, кальмары. Это микс. Получилось у нас 120 тысяч.
смотри. Вот все это у нас вышло 120 тысяч шиллингов. Это приблизительно 50 долларов. Вот этот стол, что у нас был. Девушки, правда, вот доедают немножко еще. Line for your girl. One. Very good. Delicious. Yummy. Нет, вот тоже только хороший.